Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Ну вот, мы наконец на рыбалке. Первая рыбалка в году 2020. Приехали на Амур рыбачить. Проехали далеко туда. Ну, нашли вот место, люди тут рыбачили. Решили шибко тут не заморачиваться поисками рыбного места. И остановились. Здесь земляночка у мужиков. Вроде как все так нету, посмотрели. Сейчас свои лунки просверлим. Мужики мудобур настраивают. Спешные тут делать нечего. Сейчас будем пробовать запустить. Давай, поджигай. Первый пуск. Шайтан машина. Давай, дырку просверлим, померим глубину. Ну, а то можно насверлить дырок, а там все. Попуга рулит от нашего Толяна. Смотрите, как добрячий карась. Клев не важный, но рыба есть. Вытаскивай. Очень холодно, замерзается быстро. Ну вот. Какой карась. Здесь первая рыба в этом году у нас. Пойман. Снял? На махалку. Что-то ничего не хочет ловиться. Ну, пойдем, покажу вам. Иди, что мы рыбачим. Вот, забурились. Поставили пой на хапушек, пой на лежак. Махалки. Видите, тут все набурено, насверлено, народ рыбачит. Там вот мужички приехали, вон стоят, проверяют сетку на мотособаке. Не знаю, получится это снимать, не получится, очень сильно холодно. Ну, здесь стоит, не шелохнется все. Сейчас, может, к обеду маленько разгуляется. Видите, принцип какой? Лунку поплавок притапливаем под лед, сверху примерзает корочка, но надо время от времени чистить. А если происходит поклевочка, поплавок начинает пританывать, как в обыкновенной удочке. И все, вытаскивать, как закрывается, поднимаем. Руки стынут. Ладно, ребят, дальше рыбачим. Не знаю, получится поснимать, нет, камера уже колом стала, батарейка почти на нуле. Я покажу просто пейзаж. Какие просторы. Кстати, вода падает. Видите, лед просаживается. Получаются вот такие вот глубоченные тоннели во льду. Здесь вот люди рыбачили, вода была большая по осени. Сейчас лед ушел, лунки просели.
хорошо, было бы очень маленько потеплее. И был бы просто шикандос. Знаете, классно. Так, друзья, время 3 часа, приехал домой. Вот, поймал еще одну щуку. И товарищ Санек поймал одного сига. Три рыбки. Ну, мы в 9 я выехал из дома, 3 часа вот ровно приехали домой с рыбалки. Лов небольшой, ну, маленько поймали, хорошо провели время, померзли. Все классно. Сейчас будем езжать почаще на рыбалочку, сейчас маленько потеплеет уже. И рыбка начнет, главное, шевелиться, пока еще она не шевелится. Сильно холодно. Ну все, друзья, на этом заканчиваю это видео. Всем было, кому интересна такая рыбалка, ставьте пальцы вверх. Кому не интересно, ставьте пальцы вниз. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч. Увидимся на рыбалке снова. Все, всем до встречи. Всем спасибо, всем пока.